изнутри. Под таким названием в галерее «Шестой этаж» открылась персональная выставка талантливого нижегородского художника Никиты Евдокимова, больше известного под именем Никита Арт. Художник представил ивановскому зрителю свой взгляд на концептуальную живопись. Не используя традиционные какие-то подходы, как портрет, пейзаж, гораздо интереснее мне смысловая нагрузка. Как говорил еще Белинский, искусство без мысли, что человек без души. Поэтому использую какую-то некую сатиру, взгляд на окружающий мир. Какие-то работы более глубокие, какие-то работы более легкие, носят характер как раз просто как любоваться, но в них подчеркнута также какая-то и мораль. Сюжеты картин фантастичны и сюрреалистичны, но в то же время социальны. Такую живопись культурологи называют острой. Через свои полотна художник старается донести до зрителя какой-либо аспект общественной проблемы, но будто с изнанки. Проблемы человека в современном мире, вот, например, работа, где идет такой красной строкой ищу работу», то есть это, конечно, современная проблема человека России как минимум, но вообще-то даже и не России. Вот, и что превращает, то есть во что превращает человека этот вынужденный поиск работы, вот здесь показано так, как это понимает Никита. И все остальные вещи тоже, они, конечно, выходят за рамки нижегородского, ивановского, иногда даже российского контекста. Есть здесь работы лирические, есть немного пугающие и почти все ироничные. Например, вот эта картина показывает, как люди летят на модный бренд. Ты смотришь на картины и хочешь найти в них какой-то более глубокий смысл, пытаешься понять замысел художника. То есть они написаны в реализме, и от этого ты ищешь связь с действительностью, нашей современной действительностью. Образы картин кисти нижегородского художника никого не оставляют равнодушным. Увидеть современный мир изнутри ивановцы смогут до 19 мая. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.